Добровольцы примут участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Искали волонтеров среди самых активных граждан. Узнал я насчет этого от нашего педагога-организатора. Он мне предложил эту идею как самому активному из нашего корпуса. И я не смог отказать, потому что я человек активный и всегда хочу где-нибудь поучаствовать. Волонтеры предварительно пройдут обучение, а затем будут рассказывать гражданам России о планируемых изменениях в главном законе страны и предстоящем голосовании. Я считаю, что волонтеры Конституции, как бы, это новый шаг, потому что лозунг то, что молодежь будущей России теперь обретет свой смысл. То есть мы действительно что-то сделаем для нашего будущего. Информационные стойки разместят в торговых центрах, парках и других общественных местах. При помощи волонтеров можно будет узнать о добровольческих движениях и благотворительных мероприятиях. В ближайшие дни у каждого еще есть возможность стать волонтером. Для этого необходимо до 16 марта подать заявку на сайте «Волонтеры Конституции».